развитие транспортных коридоров и продовольственная безопасность. Таковы основные экономические темы, поднятые в Астане участниками 4-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул вклад страны в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также значение для срединного пути проекта Зангезурского коридора. Глава Казахстана Касым Жомарт Токаев предложил странам региона уделить особое внимание реализации транзитно-транспортного потенциала, что позволит компенсировать разрывы в глобальных цепочках поставок. Также президент Токаев предложил перевести финансовый саммит организации на постоянную работу ради устойчивого развития региона. Роль транспортных связей подчеркнул и президент Решеп Тайип Эрдоган, который заявил о поддержке Турции современного шелкового пути.